деле над Украиной смеялись в 2014 году, а они резко обеспечили снижение потерь. А теперь смотрим наши потери, товарищи начальники, которые тоже это будут слушать. И вы просто сопоставьте, сколько людей могло не погибнуть, сколько людей могло вместо коллег, ну хотя бы легко ранеными оказаться, или вообще не пострадать, если бы соответствующие должностные лица просто выполнили свои функциональные обязанности. Давайте будем так говорить. Если бы у нас в Министерстве обороны, мое мнение, я его никогда не скрываю, высшее лицо хотя бы хоть частично выполняло свои обязанности, если оно их вообще понимает, то мы бы не создавали потешную армию для бегания по пескам за тапочниками, где военная полиция, как говорится, упакованная с ног до головы, является главной картинкой, а создавали бы армию для войны. Выяснилось, что у нас для войны не готово ничего.